Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш на русском сервере. Уже зажрались окончательно. Интересный у нас будет видос. Я немножко ржу. Это просто жесть. Но поехали. В общем, у нас аккаунт на русском Android сервере Романа, который его предоставил для того, чтобы мы слили топовых героев и прокачали одну мегаимбу. Поехали, будем это делать. Также он сказал, что если, когда он выбьет мастера рун, он просто разыграет аккаунт. Не знаю. Веселый парень, поехали. Находится он в гильдии Voice of Freedom. Русский Android сервер. Нужны активные игроки, кидайте заявочки, вступайте. Битва гильдии, атака фортов. Не хватает актива, поэтому проседают. Что у них было, кстати, по битве гильдии, сейчас посмотрим. Пишите в телегу, на экране есть контакты, как связаться, 700к плюс, знакомая гильдия, когда-то с ней, по-моему, воевал. Так, что у них было по битве гильдий? Ну понятно, против хулиганов, хулиганы они, по-моему, да, тут разница по силе, у них вариантов не было даже. Ну видите, здесь все бегают. Но, бля, их чисто по силе 980, 900, да, разница очень большая. В общем, кидайте заявочки, вступайте в гильдию, гильдия активная, все бегают на битву гильдий и, думаю, на атаку фортов. А у нас веселый видос, поехали смотреть аккаунт. Что за аккаунт? Так, сколько здесь задонено? Ну, в принципе, 221к, и, как видите, у него есть практически все герои. Мастера рун нет, Мэри. А, Мэри нету еще. Королева Оз. Я думал, больше все-таки есть героев. Деда Мороза нет. Интересно, интересно. Такс. Поехали посмотрим на героев. Сейчас будем сливать. Вот такой вот у него Лиз. Отлично. Фрейка топовая со стойкостью. Одна с огненкой. Ну, огненка блокируется. Лучше на атаку собрать. Огник. Зефир. Фобушка. Бардик. Ну, бард тоже такая сборка, если у вас нету истинной веры, то вариант очень неплохой. Божество. Неплохо. Хороший аккаунт. Еще один зефир. Еще один лис. Жесть. Так, отлично, отлично, отлично. Десятые, прям десятые оживы. Ну, я не знаю. Фанат. Фанат ожив. Так. Действительно, фанат ожив. Тут пошли уже более такие прокачки. Ну, основные герои есть. Что еще надо для хорошей игры? Кстати, что у него по осколкам? Хочу посмотреть. Божество. 35, 46. 51 бард. Мэри половина собрана. Ну, мастер рун я показал сегодня. Вчера, точнее, у вас уже. С пятой карты можно вытащить его. Донатная карта. Возможно, я думал, в остров добавят, но все-таки не добавили. На Нимке, по крайней мере, нет. Там обновили награды, обновили остров. Но, к сожалению, туда его или, к счастью, не добавили. Такс, окей. Ну что, у нас сегодня слив. Сейчас будем сливать. Я зайду. Слив донатных героев. Слабонервные, сразу же закройте глаза, потому что это трэш на русском сервере. Я знаю просто, что такое для многих без донатов. Такие герои. Так, что у нас, нету бочки? Да, надо бочку. Да ладно, что у него бочки нету.
Капец. Нет обочки. Это просто жесть, ребята. Надо срочно наролить бочку. Это будет как-то неэпично. Снайпер, алхимик. Отлично. Как это не слить таких героев и не в бочку? Нормальная бочка. Такс, ну поехали. А сливать мы с вами будем Зефира. Он решил слить вот такого вот Зефира повторку. И вот такого вот Лиса. Это, конечно, жесть. Многие сейчас, наверное, там плачут. Но, к сожалению или к счастью, передавать героя битвы замков нельзя. Если бы, знаете, вот было бы круто, если бы они стоили нормальную, стабильную, скажем так, цену за них всегда держали, и их можно было бы передавать, то тогда была бы интересна эта тема. А так, на сегодня это, конечно, жесть. Так, ну окей. Поехали, поехали качать нашу бочку. Чик-чик. Больше тут такого ничего трешового прям нету. В общем, кормим. Кормим сегодня бочку. Нифига себе у него паладинов. Паладиновый маньяк, короче. Кормим бочку, ребятушки. Вот так вот. А вы прожали по лайку. Топ-контент, как обычно. Такс, есть. Это просто вот люди уже просто вот бесятся от того, что в битве замков просто реально нехрен делать, и обновы просто, ну, ни о чем. Так, ну и у нас сегодня новая прокачка, ребят. Как же не прокачать новую имбу? Он попросил сделать ему эпичную сборку. Мы ее сделаем. Делаем, ребятушки, новую имбу. Нормально, кстати, талантики падают. Водушка, это ремочка. Просто изи, ребят. Новая имба, ребят. Прожали по лайку. Это будет новая эпическая имба. Я не знаю, зачем он ему надо. Но, пожалуйста, хотел. Вот тебе Зефир с бегом. Короче, это просто какой-то трэш. Я даже не знаю. Какая-то уграет, походу, полным ходом. В общем, вот такой вот, ребятушки, трэш. Слили мы лисицу. Слили Зефира, открыли опять нового Зефира. Я не знаю, правда, зачем мы сливали с 20-м прорывом Зефира. Ну да ладно. Просто трэш. Еще раз, гильдия, кидайте заявочки, вступайте. Русский Android сервер 700к+. Активные игроки нужны. Битва с топами, то есть веселая, интересная БГ, хорошие дефы, я надеюсь. Хотя, в принципе, какие там дефы, ну, хоть хорошие сильные противники у вас будут обеспечены. То есть стабильная битва гильдий. Конечно, все еще зависит от силы, но ребята проходят все. Сливунов нет, сливунов кикают. В общем, такой вот, ребятушки, трэш. Пишите комменты, ставьте лайки. Не знаю, веселые ребята тут находятся. Качают все по максимуму.
Все, всем удачи, всем пока.